Друзья, всем привет! Вы снова на канале Рыбет 64. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Всем хорошего просмотра, а также приятного аппетита. Пик! А мы начинаем. Ну что, дорогие, сегодня мы приготовим жареного леща кусками. Большого леща на сделаю кусками, небольшого леща сделаю целиком надрезами. Этих лещей мы пожарим, остальных лещей пока помою, разделаю этих лещей. Дальше пойдем остальных лещей солить. Расскажу, как делается тузлук, сколько дней солится крупный лещ. Ну и все, и тогда пойдем зажигать огонь и будем готовить блюдо. Ну и встретимся с вами, как обычно, за столом. Лещек кости, вот здесь особенно хвостовой части. Так, ну что, друзья, разделали лещей, немножко сейчас их присолим, и идем разжигать костер. А в процессе, пока разжигается костер, сейчас засолим рыбку леща, будет вяленый икряной лещ. Процесс засолки леща, обязательно в жабры насыпаем соли, укладываем слоями, и заливаем тузлуком. Тузлуком, значит, разводим тузлук на ведро воды, 5 пачек соли, то есть 5 килограмм, и 500-600 грамм сахара. Сахар идет как консервант. Ну и я еще немножко добавляю душистого перца, прям несколько граммов. И они тузлучатся, солятся где-то 20-21 день. Потом сутки в ледяной воде отмачиваю. Все, и в сушилочку его уже он солится. Получаются обалденные лещи, слабосоленые. Так что, друзья, если будет желание, попробовать заказать. В регионы мы отправляем. Доставка у нас работает. С луком, как я вам уже сказал, какой процент. Крупную рыбу обязательно ее надо в морозилку 3 минут 25, ее надо заморозить, потом дефростировать.
Ну что, для начала, друзья, замаринуем вот такие мощные, сочные стейки. Также целикового леща в маринаде. Будем жарить на кукурузной муке. Немножко добавлю паприки. Запах нереальный. Голову тоже пожарим. Друзья, адыгейская соль, седра лимона. Это мы вовнутрь сделаем. Самарканда, когда уезжали, Наим нам говорит, возьмите лук с собой. Да, пёзанзур называется. Да? Да. Я вот когда кушаю этот лук, я вспоминаю Наима. Когда кушаю хурму, вспоминаю Наврузу. Сметане. Сочно, вкусно. Лепешки Дили вообще огонь испекла. Еще салат приготовил.
У нас сегодня объедение. Такой рыбы большой у нас нету, вот такой сорт. Ты имеешь в виду лещ? Да, лещ нету такой. Я не видел, не знаю. У нас не водится. Оказывается, вкусно. Большой. У нас на Волге называется крупный лещ, отцовский лещ. У нас белка тоже ест, на белку. Я смотрю, внутри сюрприз, помидорчика. Помидорчики. Угу. Горячо, но вкусно. Помидоры? А, ну с рыбы вообще. Угу. На природе все вкусно. Тем более, когда еще сам готовишь. Тем более, рыбный маньяк вообще вкусно готовится. Всю жизнь. Хобби мое, рыбалка. На природе с друзьями. Вот это кайф, я понимаю. Да? Такой нежный, сочный. Вот особенно ребрышки. Крупные только кости и все. Мне напоминает самаркандский хлеб. Блин, когда кушаешь, даже не холодно вообще, да? Конечно, погода классная. Любимый чай вообще бомбический. Потя каждый день, когда буду кушать. Сейчас прожуем. Мы продолжим вот такое вкусное поедание вот этого отцовского леща. Реально вкусно на природе. С лепешками, которые Диля испекла. Очень вообще бомбические. Салатик. Вот эти вкусные лук. Вот кто житель России, был в Узбекистане. Это не реклама, советую вот такой лук. У кого друзья есть в Узбекистане, там в Самарканде, в Ташкенте. Советую вот этот лук, очень вкусный. Ну а мы, как всегда, пожелаем теплые слова по вашу сторону экрана. Но еще дополню, впереди Новый год. Мы празднуем здесь на турбазе Эдельвейс. Все номера уже практически все на бронях. Остается один номер. Так что звоните, пишите. Контакты также будут в описании под этим роликом ниже. Забронируйте. И будем вместе отмечать Новый год в кругу большой одной семьи. Также будем готовить изысканные блюда первого, второго на природе, снимать ролики и вместе кушать так же, как мы вот с Федей кушаем за одним столом. Самовар. Надеюсь, что будет на Новый год снег. И все будет замечательно. Будем рыбачить, да, рыбачить, да. И готовить блюда. Вкусная уха. Да, вкусная уха, плов. Ну, а я вам, друзья, пожелать хочу только самое главное – кавказского здоровья, кавказского долголетия, чтобы
всегда было вот такое голубое мирное небо над головой. Миру мир. Здоровья нашим родителям, детям, ну и всего самого наилучшего. Чтобы в ваших домах было только тепло и уютно, семейное благополучие и счастье. И всем подписчикам привет. Не забудьте лайк, здоровья, крепко, любви. И готовьте такой вкусней рыбу. Вот такой получилось. Зачет 100%. Так что нас становится все больше и больше. Вы нас поддерживаете. Спасибо вам за доброту, за теплые слова. То, что вы ставите лайки, оставляете комментарии. Ну а мы с вами, как всегда, не прощаемся, а всего лишь говорим пока-пока. До скорых встреч.